зонт, что он там крепится таким образом. Вот воротник, чтобы она не вырвалась во всю эту конструкцию. Чи-чи-чи-чи. Стой. Как-то так. Теперь мы кушаем. А чем вы их сушите? Феном? У нее же воспаление легких. Разве можно ее мыть? Мы уже лучше дышим. Покажи. Набираемся жидкостью, капаемся. Сейчас будем есть. Кушаем через зонт, конечно, ей это доставляет дискомфорт, она начинает дышать хуже, но других вариантов у нас нету. Господи. Да, здесь открытый перелом, ребята. Так, все, к врачу едем обязательно. Ну, как ты? Кушай, мое солнышко, кушай. Мой маленький. Покушала? Да, хорошо, покушала. Вот так. Теперь молочком запивай. Да, солнышко мое. И водичку пьем. Да ты моя золотая. Да, ты моя красивая. Все будет хорошо, малышка. Вот так Изабелла отходит от наркоза. Лежит на грелочке. Вот здесь грелочка у нас. Нашу малышку. Уже просыпается наша девочка. Лапки уже бегают. Да, котик? Кто так плачет? Кто хочет говорить? Да? Урчушка-урурушка. Наша ласковая девочка.
Очень ласковая кошечка, но только на ручках. Так скажи, на ручки берите меня. Что, сейчас пойдем. Иди сюда. Изабел. Изабел. Сейчас возьмем на ручки. Сейчас. Ну, потерпи чуть-чуть. Давай всем привет передадим. Красавица наша. Наша девочка вот так вот в своих апартаментах спит сладко. Да, котенок? Белль, Изабелла. Устала у нее сегодня, был трудный день. Ее все гладили, все целовали. Спасибо вам, друзья, за эти спасенные жизни. Я всем сердцем, всей лохматой душой желаю, чтобы та доброта, которой вы поделились с нашими питомцами, с нашими найденышами, чтобы она лавиной счастья, благополучия и крепкого-крепкого здоровья заполнила ваш дом и обняла всех ваших родных и близких. Тепла вам, люди, и счастья, и низкий поклон от всех питомцев, всех спасенных вашими руками, вашей добротой и вашим милосердием. Бездомыши, что нашли приют лохматой душе. Спасибо вам.